Здравствуйте, в эфире программа «Маскульт» и я ее ведущий Евгений Жамцуев. 22 октября на сцене филармонии звезды оперы представят золотые хиты Бродвея. В концерте солиста берлинской штат-оперы Джимми Максеви примет участие заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова. В репертуаре Максеви более 30 ролей на оперной сцене, из которых самые любимые – Дон Оттавио из «Дон Жуана», Немарина из «Любовного напитка» и граф Альмавива из «Севильского цирюльника». Творчество артиста было высоко оценено публикой Сан-Франциско, Мадрида, Токио, Берлина и Санкт-Петербурга, где он удостоился звания лауреата первой степени в номинациях «Эстрадный вокал» и «Авторское творчество» на фестивале «Петербургская весна». В программе «Золотые хиты Бродвея» прозвучат самые известные джазовые стандарты и арии из мюзиклов «Over the Rainbow», «Караван», «Hello, Dolly», «Autumn Leaves», «Мона Лиза» и другие. Классическая манера исполнения, мягкость и сладость лирического тенора Джимми Максеви в сочетании с низким богатым голосом Ольги Жигмитовой подарят зрителям совершенно новые эмоции от соприкосновения с давно знакомыми произведениями. Начало 18:00. 6 ноября наше радио Улан-Удэ и ресторан «Карабас-Барабас» представляют финальный концерт группы «Смысловые галлюцинации». После этого тура коллектив прекратит свое существование. Музыкальные заслуги «Смысловых галлюцинаций» можно перечислять долго. 12 альбомов, 27 клипов, 2 полноценных DVD, несколько крупнейших музыкальных премий страны. Саундтреки команды исчисляются десятками. Космонавты на МКС цитируют их песни, а мировая звезда бокса непобедимый Сергей Ковалев всегда выходит на ринг под песню «Вечно молодой». Свою историю команда завершает, находясь на пике творческой и концертной формы. Понимая, как важно поклонникам еще раз услышать любимые песни со сцены в рамках финального тура, музыканты будут исполнять все свои хиты. Те песни, которые, несмотря ни на что, навсегда останутся с музыкантами и со зрителями. 6 ноября ты увидишь, как вечная молодость становится легендой. Вечно молодой! С победой! Вечно молодой! С победой! Вечно молодой! Восьмого и 29 октября в ресторане «Чаплин» и кафе «Бочка» вас ждет вечеринка с талантливыми бурятскими артистами, танцами до утра под музыку диджея Алиена, отличной кухней от шеф-поваров и, конечно, конкурсами, призами и подарками. Вход бесплатный. Ну что ж, пришло время очередной викторины от нашего партнера цветочного магазина «Флёр». Но сначала давайте узнаем, кто победил на прошлой неделе. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я участвовал в викторине «Маскульт» и выиграл вот такой вот подарок. Красивый цветок. Поставлю его дома на самом видном месте. Спасибо за это компании «Флёр». Ну и компании «Телеком» тоже спасибо за то, что меня сняли. Спасибо. А сейчас вопрос этой недели. Группа «Смысловые галлюцинации» имеет 2 золотых граммофона. За какие песни они удостоились этих наград? СМС с правильным ответом присылайте 20 октября с часу до 2 дня по этому номеру. Победитель получит вот эту вот замечательную орхидею в горшочке от нашего партнера цветочного магазина «Флёр». С вами был Евгений Жамцуев. До встречи. Партнер программы – цветочный магазин «Флёр».